Ход инженерной мысли. В Караганде состоялся отборочный этап международного чемпионата «Кейс-ин». Участники решали актуальные проблемы предприятий горной отрасли. За право представить свой проект в Москве бились 8 команд. Как это было, видел Антон Александров. Как минимизировать закладочные работы при подземной разработке месторождения, думали участники международного инженерного чемпионата в Караганде. Командное соревнование предполагает презентацию технологического решения с технико-экономическим обоснованием. В качестве экспертной комиссии представители производственных предприятий с большим опытом работы. В этом году мы принимаем участие в 10-м юбилейном сезоне международного чемпионата «Кейс-ин». Сегодня выступают 8 лучших команд, которые мы предварительно отобрали из числа большого контингента студентов образовательных программ «Горное дело», «Строительство горных предприятий» и «Маршедерское дело». Международный инженерный чемпионат «Кейс-ин» объединяет участников из различных стран СНГ. Команда победителей будет приглашена на финальное состязание в Москву. Студент второго курса Ансар Комек, капитан команды, вместе со своими единомышленниками презентует сегодня метод комбинированной закладки горных выработок с использованием цемента. Нас заинтересовал именно наш вариант, потому что мы сидели, обдумывали это с нашим куратором. Наш куратор просто специалист в этом. Мы сидели, обдумывали и пришли к этому решению. То есть, почему этот проект? Потому что он очень выгодный, на 75%, это очень много говорят, а также очень экологически важный, очень полезный будет. Мы готовились неделями, у нас были слайды, мы готовили к слайдам, готовили текста, изучали, правильно ставили выражения свои, это было очень тяжело. 16 научных руководителей готовили конкурсантов к состязаниям. Главная цель таких мероприятий – это популяризация инженерных профессий и поиск решения актуальных проблем производства. Международный чемпионат «Кейс-ин» ежегодно проводится на базе Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова. В этом году мы принимаем участие в 8-й раз. Во время пандемии данный чемпионат проводился в онлайн-формате. В этом году мы получили возможность участвовать в офлайн-режиме. В общем, порядка 30 участников чемпионата сегодня мерились знаниями в стенах Карагандинского технического университета. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, становится победителем. Заготовлены также специальные призы 10-го юбилейного сезона международного чемпионата «Кейс-ин» для обладателей 1-го, 2-го и 3-го места. Антон Александров, Серик Тагаев, Николай Шевелев, 5-й канал.